Здравствуйте. Закончил я работу еще над одним вепрем. Хочу его показать и как бы будем прощаться с годом кабана и будем встречать год крысы. Вот и у нас снег пошел. Началась зима. Пошел погулять. Здесь у нас озера возле моего дома в парке. Здесь много уток прилетело. Они здесь немного были, некоторые еще подлетают. И так подкармливаем, ходим. Каждый, кто может, как. Взял батон хлеба и буду их кормить. Скользко, не может вылезти. Всем хорошего настроения и до новых встреч!